И там еще у нас участвует. Миром, знаете. С миром. Евгений. Я, Слав, жену твою удалил, а то там 51 уже. Если надо, будешь присоединишь. Да, да, правильно. Я буквально уже навел, чтобы тоже ее удалить. И ты удалил. Пять человек. А Владимир будет? Не знаю. Он ушел, где-то не видно его. А, его надо добавить. Добавишь, Слав, или давай я? Давай сейчас добавлю. Все, можно начинать тут, собственно. Пять человек. Благословляйте, Игнат Тихонович. Да Бог помощь. Я только... Мес было резинированных раввинов, которые они обращали в синагогах. Это соевое. Преклоняйте людей к Священному Писанию и показывайте Библию. Я говорил, какая большого размера, православная. Ну, если только коснется говорить, вы все время повторяете одно. Пятая сура, 47-й, 46-й, это 60, какой у нас? 8-й, 66-й и 69-й. Вот это вот. Скажи, у вас есть? Это они не знают, они не считают. Им запрещено считать на другом языке, этот арабский они не понимают. То есть они... В страшном обольщении люди. Совершенно не знают. Но когда говоришь, что здесь что-то написано, они сразу останавливаются и убегают. Раз, и как будто его никогда не было. Если вы считаете себя бездарной, Спасителей не было и не будет. Нет другого имени под небом. Деяние 4.12. Все на этом. Расходимся. Сколько у нас время уже? 6 минут. Вот в 6 минут и сойдемся. Раньше не собирайте. С Богом, братья. С Богом. Собираемся, через час подводим итоги. Мы были сейчас в чат рулетки. Понятно. Я вообще думал, что все мертво, как пустыня. И в последние 20 минут попался человек, прям как будто я ради него был послан. С бутылкой сидел, с бутылкой. И я ему начал говорить, и он говорит, у меня, говорит, бесы в голове, что делать? И вот 20 минут я ему где-то проповедовал, и он очень благодарный ушел. И ресурсы наши. Его отвратил священник в детстве, говорит. Я рассказал свой грех ему, а он, говорит, встал. И обратился ко всем в храме и рассказал всем этот грех, прям сразу же, говорит, рассказал всем. Ну, говорит, высмеял меня, говорит. И я с тех пор, говорит, не хожу в храм уже, боюсь. Знаете, как правило, врут на 100%, верить не надо. Это он ищет причину какую. Зачем священнику это делать, когда не знает, его за это извергнут из сана. Не верь ни одному слову. Ну, это брехун. Ну, он говорит, я маленький годы. Был, видать, я понял, что он этот... Я тоже подумал, что, ну, как бы, скорее всего, врет. Но я ему то дело говорил, как будто он не врет, отвечал. Все-таки это все равно сатана, говорю, сатана тебя держит-то. Он согласился. Ну, батюшка вышел и говорит, пить нельзя, пьяницы погибнуть. О, он, батюшка, все рассказал про меня. А главное, рассказал про него, а говорит, а вчера тебя из кочегарки тащили через весь церковный двор. Пьяного волокли. Я что мог сказать, закрыть глаза? А это батюшка меня заложил. Ну, безумие это. Ну, и теперь уже нет ни батюшки, ни его.
Я знаю, этих встречал. Это, как говорил Сергей, брехуны, говорит. Брехуны? Одни брехуны, говорит. Вот у меня было все хорошо, много встреч и хорошие, небольшие. Я прощался, чтобы выйти на других. Давал данные свои на Skype, на YouTube, в основном эти два. А дальше можно будет разговаривать. Таких, чтобы отъявленно ругались, были, даже заругался. Но я потихоньку его пробрал, и они: нет, нет, больше не будем. А я сразу-то не включал, у меня чистая запись. Так что где-то я записал, наверное, не меньше 10. Ну все. Если вопросов нет, будем ждать еще сейчас маленькое занятие. Благодарю, братья. Благодарю. Давай, отхожу, с Богом.